Равно как и наши примы Bad News Allen и Казуо Ямазаки. Главный герой сегодняшнего бойцовского турнира. Bad News Allen на ваших экранах. Довольно-таки возрастной боец. Его любит публика. Ему 46 лет. Но на его счету 4 победы. Кстати, в прошлом бою он проиграл Кокихаре. Поэтому сегодня ему нужно реабилитироваться в глазах болельщиков, восстановить пошатнувшуюся репутацию и доказать, что его еще рановато списывать со счетов. А это Казуо Ямазаки. Человек в японском рейтинге номер 2. После Такады, естественно. Ну вот, Ямазаки вышел на центр ринга. И Bad News Allen принимает этот вызов. Но опускает глаза. Что это значит? Уж не означает ли это, что еще до боя сдается Bad News Allen? А? Как вы считаете? Официальное представление Bad News Allen'а. Как я уже говорил, ему 46, 285 фунтов его вес и 6 футов 3 дюйма. Рост. Семь боев он провел. И неплохая статистика. Побед 4. Победа, 3 поражения. По крайней мере, положительная пока. Положительный баланс у Bad News Allen'а. Но это Казуо Ямазаки из Токио. 31 год. Этому парню 230 фунтов вес и 6 футов 3 дюйма рост. Семнадцать боев у него в активе, 12 побед, 5 поражений. Он известен своими молниеносными ударами руками и великолепными ударами ногами. Последние 3 боя Ямазаки провел очень успешно. Так что он является, без сомнения, очень серьезным соперником Аллену. В очередной раз сошлись наши бойцы в центре. Но Аллен опускает глаза, не смотрит он на Ямазаки. Не смотрит, побаивается, очевидно. А Ямазаки терять нечего. Он все-таки второй по крутизне после Такады. И, судя по всему, сразу же рванет в атаку. Начало в разведке, хотя я думал, что Ямазаки, конечно, рванет с места в карьер. Причем рванет, в первую очередь, с помощью ударов ногами. Но он этого не сделал. Ну, вполне вероятно, приберег на сладкое. Оттаскивает Ямазаки Аллена на центр ринга. И сейчас, очевидно, что-то приготовил Ямазаки для Bad News Allen'а. Неприятное, вне всяческого сомнения, для несносного американца. А вот что он хочет сделать. Сделать болевой прием. Хотя нога Ямазаки давным-давно тоже находится в болевом. Но пока ни тот, ни другой болевой не могут дойти до логического завершения. А судья останавливает бой из-за того, что выползают борцы за пределы ринга. Ну где же удары? Где удары Ямазаки? Они действительно страшны. Ох, неплохо. Сейчас начал атаковать Bad News Allen. Но, тем не менее, опять выход за пределы.
Ну что, Ямазаки уже выяснил, чем силен Аллен, и можно уже переходить к ударам. А вместо этого Ямазаки продолжает в очередной раз попадаться на броски через бедро, которые неплохо очень проводит несносный Аллен. Я так думаю, что Ямазаки пытается сейчас замотать Аллена, учитывая его все-таки преклонный возраст, 46 лет. И, конечно же, сделать так, чтобы Аллен очень сильно попотел, сопротивляясь Ямазаки. Ну, а затем уже, соответственно, рвануть вперед. Ради этого можно было даже сейчас, вот как мы видели, пожертвовать одним бальчиком. Хотя силы-то у Аллена не занимать, посмотрите. Но видно все равно, что побаивается Bad News Аллен японского спортсмена. Переходя в атаку, Аллен просто толкает Ямазаки на ринг. И тот падает. Но толку пока от этого никакого. Ямазаки еще умудрился руки взять в замок. Так что совсем тяжело сейчас будет Бэдни Залину. Действительно, Ямазаки сейчас играет вторым номером. Выступает именно вторым номером. То есть позволяет владеть преимуществом Аллену. Отдал ему инициативу в атаке. Хотя понимает, что все это добавит до времени. Вот сейчас два неплохих удара по целлюлитным ногам Аллена. Но Аллену достаточно было просто толкнуть Ямазаки, чтобы вот последний оказался на полу. Вот можно ли назвать то, что сейчас Аллен в атаке? Сложно сказать. Тем более, что для проведения этого болевого приема нужно Аллену будет приложить такие титанические усилия. Тем более, опять-таки, рядом канаты. Я думаю, ни к чему это не приведет, учитывая опыт выходы из таких ситуаций Ямазаки. Вот, пожалуйста, точно, как в воду я глядел. Все уже не так страшно, как было мгновениями ранее. Но не забывайте, что такого рода атаки и такого рода болевые, они требуют огромных затрат физических сил. И естественно, что силы кончатся раньше у 46-летнего Bad News Аллена, нежели у 31-летнего Ямазаки. И вот здесь, без сомнения, у Ямазаки будет огромное преимущество. Если, конечно, Аллену не удастся провести болевой, от которого Ямазаки не сможет уйти. Вот вам, пожалуйста, Ямазаки перешел в контратаку. Сейчас я представляю, какое желание у Аллена заехать Ямазаки в подбородок. Будь на месте Аллена, кстати говоря, какой-нибудь Гарри Олбрайт, я думаю, что тот бы не удержался. Пусть это запрещенный прием, но Олбрайт известен как такой хулиган в бусидо. И разочек-другой он бы проверил крепость зубов у Ямазаки. В очередной раз остановка боя. Рефери понял всю бесперспективность вот этих вот захватов. И понял, что так они могут лежать очень долго. Ох, как неплохо сейчас бросил через бедро Аллен. А Ямазаки, посмотрите, не обладает какими-то сумасшедшими габаритами, но он очень жилистый парень, и именно это позволяет
удерживать пока свою руку в согнутом состоянии, не позволяя Алену провести болевой. Ален в данный момент тоже понимает, что силы-то человеческие не беспредельны, и старается вот сейчас отдыхать таким вот образом. Но не очень-то получается у него отдыхать. Все-таки попытки он продолжает. Но у Ямазаки даже видно по лицу, что сил больше. Если сейчас соперники встанут, рано или поздно, я уверен, это, конечно же, произойдет, пусть даже из потери балла, то Ямазаки начнет включать свое грозное оружие ногами и может победить. Вот разрешил судья, кстати, разойтись спортсменам. И сейчас, мне кажется, Ямазаки должен уже предпринимать активные решительные действия. Причесал немножечко лысину Алена. Что, пошел в атаку, да? Японец-то. Пошел, да не дошел. Разрешает арбитр опять выйти из угла нашим бойцам. Что-то непонятное сейчас пытался сделать Ямазаки. Бросил его за это Ален. И очередная попытка разжать руки японца. Плюс еще там голова находится в не очень красивом, скажем так, положении у Ямазаки. Но скачет он, скачет, смотрите, к канатам, конечно. Сейчас взгляд Алена был очень красноречив. Он смотрел на рефери, не позволяя тому расцепить руки и говоря, как будто бы ни черта я не понимаю твоего японского, буду держать до упора. Не сказал бы я, что очень интересно проходит этот бой. Больше такая борьба титанов. Борьба умов, борьба тактик. Будет пытаться сейчас Ямазаки бросить, но такую тушу разве бросишь? Это не так-то просто. Плюс еще туша эта перешла в нападение. Начинает захватывать руку Бэд Ньюс Ален. Но толку от этих попыток никакого. Смотрите, смотрите, что сейчас произошло. Разорвал-таки захват Бэд Ньюс Ален. И только близость канатов помогла ему. Помогла Ямазаки уйти отсюда. Захват был, скажем, прямо неприятный. Ну что, Ямазаки, пора просыпаться уже. Сколько можно? По-моему, первый раз Ямазаки оказался в более выигрышном положении. А вот, смотрите-ка, смотрите-ка, болевой. Но Бэд Ньюс Ален рядом с канатами. А, вот в чем дело. Вот оно, превосходство в оставшихся силах. У Ямазаки сил-то больше. И он не позволяет Бэд Ньюс Алену дотянуться до канатов. Ну что, канаты рядом. Опять оттаскивают. И вот на эту третью попытку одна рука в действии у Ямазаки. Все. Победа одной рукой. Ну, пижонский жест сейчас был. Пижон Ямазаки. Но как он это сделал красиво. Смотрите, понимая, что у Алена уже не хватает сил, он одной рукой держал ногу, а вторую руку скинул в победном жесте. Ну, молодец, сказал Ямазаки. Молодец. А Бэд Ньюс Ален оказался поверженным в этом бою дважды. Таскал по рингу Алена Ямазаки. Делал это очень красиво. Ямазаки спокоен и серьезен. Такое впечатление, что он ждет очередного наскока со стороны Алена.
Будет рукопожатие или нет? Вот мне интересно. Да, молодцы. Пожали друг другу руки, обнялись. Это достойно уважения, согласитесь. Бэд Ньюс Аллен показывает рукой то, что Ямазаки достоин всяческих похвал, титулов и регалий.